С самого рождения Ростислав Чурсин страдает системным генетическим заболеванием муковисцидозом, который поражает систему пищеварения и дыхания. Хрупкий, ослабленный организм 4-летнего мальчика нуждается в постоянном лечении. Его легким нужна специализированная помощь – дренажный жилет для постоянной очистки дыхательных путей. Приобрести этот дорогостоящий прибор родителям больного ребенка непосредством. Давайте вместе поможем детям. Реквизиты. Новороссийский благотворительный фонд помощи больным детям. Спаси и сохрани. ИНН 23 15 99 97 81. КПП 23 15 01 001. Расчетный счет номер 40 70 38 10 73 6 0 10 48.